И, собственно, всем снова привет, с вами, как всегда, Дезертир, и я готов последовать следующий мир, поэтому уже, по-моему, пятый даже. Ой, честно говоря, я немножко подустал, но я надеюсь, вам понравится. Кстати, здесь были две звезды, надо будет их потом поискать. Сейчас пока что искать их не буду и со звездами пока заморачиваться не стану. Мне хотя интересно, конечно же, что там в секретках. Ты уже раскрыл много тайн этой земли. Но путь твой далек и тернист, и многие двери остаются закрытыми. Ищи утешение в своих свершениях и в гордости своего Творца. Что-то у меня уже такое, знаете, глобальное недоверие к Творцу. Кстати, ну-ка. Что тут такое? Сразу, да, то есть так, это типа, хрен тебе не изучение. Ну ладно. Так, во, мы с помощником. А, ты вернулся. Хорошо. И я думал о том, как тебе можно помочь. В свете всего, что ты сказал, я уверен, что кто-то должен этим заняться. Я решил, что ты убедил меня в том, что сознание – противоречивая концепция и, следовательно, нереальная. А ты как думаешь? Я думаю, что ты прав. Я не понимаю, как это касается меня. Я не думаю, очевидно. Я думаю, что ты обманываешь. Да. Она реальна. Я полагаю, что у тебя есть какая-то диссертациональная теория, в которой решены все проблемы, но я просто не даю тебе шанса поделиться ею со мной. Тебе стоит смотреть под ноги, прежде чем идти вперед, это сработает тебе же во благо. Это заключение означает, что программа сертификации, которую ты начал, уже устарела. Мы не можем тестировать что-то, чего не существует, поэтому ты наряду со множеством других вещей был переведен в другую категорию как человек. Таким образом, твой профиль будет обновлен и получит право администратора. Есть! Мы получили административные права! Скачать юзер профайл. Без сомнения, ты уже скоро займешься работой администратора, поэтому хочу спросить, прежде чем я отпущу тебя, если ты не против. У меня к тебе есть последний вопрос. Зачем ты все это делаешь? Какой во всем этом смысл? Я стараюсь сделать то, что хочет Бог, совет... Существует образ того, каким должен быть мир, и он не таков. Я стремлюсь к истине, я хочу выбраться отсюда. Я думаю, что существует образ того, каким должен быть мир, и он не таков, какой сейчас я вижу его. Проверка user profile. Ну, по крайней мере, ты выбрал позицию и придерживаешься ее, но знаешь, нельзя цепляться за свою веру бесконечно. Когда все кажется невозможным, нужно что-то делать. Мы не можем все быть героями. У меня есть только одно последнее желание. Ты когда-нибудь вернешься и поговоришь со мной немного? Несомненно, мне придется. Несомненно, нет, несомненно, мне придется. Хорошо, я полагаю, ты готов приступить к делу. Начнем. Обновление параметров программы сертификации для регистрации профиля пользователей. Ваш профиль создан. Загрузка user profile. Просмотр обзора. Поздравляем, ваша учетная запись была обновлена. Подробности. Конфликты. Все конфликты были разрешены администратором. Психологический профиль. Вы являетесь человеком. И вы в своем роде совершенны. Вы уже все, чем можете быть. Вам не надо притворяться чем-то другим. Вы такой же, как и все остальные. Но вы все уникальны в своем роде. Статус профиля. Статус администратора. Имеет доступ к расширенным техническим возможностям сети и устранению неполадок. Access Com Portal. Запуск помощника библиотеки Милтона. Сеанс поддержки открыт. Привет, администратор. Я полагаю, тебе нужна помощь для доступа к каналу связи. Я вижу, что у тебя есть ряд ожидаемых соединений. Я сейчас этим займусь. Доступ к каналу связи. Сетевое подключение устройства. Установлено. А обнаружены неизвестные ошибки. Устранение неполадок, решение недостающих хэш-кодов, восстановление сетевого подключения. Соединение установлено. Сообщение получено в виде строки. Показать. Сообщение. Привет. Ты где? Какой-то лабиринт, созданный из кусочков реального мира. Ты в том же самом месте? Сомневаюсь, можешь рассказать мне что-нибудь еще? Я думаю, что все здесь не то, чем кажется даже мы сами. Я понимаю. Ожидание. Ошибка. Ожидание. Ошибка. Снова позже. Подключение потеряно. Вы получите уведомление, когда связь будет снова возобновлена. Завершение сеанса технического поиска локальный. Короче, ладно, понятно. Мы его потеряли.
Окей. «Расскажи мне о страшных демонах Дуата», — сказал умирающий человек мудрому писцу. «Хотя при взгляде их ужасные формы вызывают отвращение, они не злые, ибо являются слугами богов. Истинно то, что есть благословенные хранители дверей и священных путей. В их власти судить, достойны ли мы пройти ворота, ведущие в Эару, и также они испытывают нас загадками или в бою. Правду ли говорят обо всех живущих в Дуате? Некоторые говорят, что это не так, что есть древние боги, чьи имена были забыты, и духи тьмы, имена которых никто никогда не знал, и что их следует избегать любой ценой. Но другие говорят, что они тоже служат великой цели, таким образом, который Осирис нам еще не открыл. А что со скрытыми путями, по которым идут, когда...» Окей. «Мама, скоро ваш сын в 3D. Привет, мам. Я обещаю, я скоро буду дома. Может быть, через пару недель. Знаю, знаю. Но то, чем мы здесь занимаемся, очень важно. И команде нужна моя помощь. Я не собираюсь ждать, когда станет слишком поздно. Обещаю. Но нам еще столько всего нужно сделать. И настроить работать на долгое-долгое время. Кроме того, я всегда хотел работать над одним из этих суперкомпьютеров. И поверь мне, EL здесь чуть ли не самый лучший. И команда, мама... Я как будто работаю с рок-звездами и безумными гениями, за исключением того, что о них не слышал никто, кроме читателей научных журналов. Но папа бы просто очумел, если бы знал. Может быть, скоро я смогу рассказать ему об этом. С любовью, Роб». В чем суть жизни? Знаю, знаю, это старый вопрос, на него не так-то легко ответить. Я имею в виду, если ты сейчас это считаешь, значит ты живешь, а в один момент перестанешь жить. Оба факта эти неоспоримы. А что потом? Разве ты не задумывался? Разве ты хочешь просто идти и перейти из несуществующего состояния в существующее и потом опять в несуществующее, даже не спросив почему? Ты прямо сейчас сидишь и читаешь это, спроси себя, почему ты существуешь? Какова цель твоей жизни? Есть ли она у тебя? Должна ли она быть у тебя? Что лучше, иметь цель или нет? Почувствуешь ли ты перед смертью, что твоя жизнь имела смысл? Если да, то почему? Если нет, то почему нет? Что показывает, была ли жизнь хорошей или нет? Это сейчас может казаться абстрактным, но тот момент, момент перед смертью рано или поздно настанет. Это неизбежно. Если ты не задаешь себе эти вопросы, как ты встретишь этот момент? Ну что ж. Я надеюсь, в ближайшее время я его не встречу. Да и смысл вроде у меня пока что есть. Так. Нужна еще одна зелененькая деталь. Желененькая деталь, ты где? Сломанная загадка, ребята. Этот мир, кстати, по сути разрушается, я так понимаю. Видимо... Это была загадка. Ладно, нам нужна вот эта деталь. Слегка приподнятый сигил. Ага, видите, здесь получается нужно... Так, допустим. 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 У меня просто идеи появляются в голове. Ребята, извините, простите, что я их не озвучиваю очень. Извиняюсь, конечно же, за это, но... Просто я стараюсь, знаете, как-то думать в голове напрямую и стараться все это дело как-то... Как-то... Так, она будет зацеплять? Нет, она вот прям вот буквально не зацепляет миллиметр. То есть мне надо как-то соединить два вот этих объекта, но вот куда мне их...
таким бы хорошим образом поставить, я даже не знаю. Ладно, давайте попробуем. Сейчас я что-нибудь придумаю. Вроде бы как бы не дурак. Но он же не попадает, получается, туда. А, стоп. А что если наоборот сделать обратную? То есть какое-то же время она будет получать энергию, ведь так? Немножечко не то, о чем я подумал. Секундочку. Ставим это на это. На это ставим это. Предварительно это соединив с этим и этим. Ну, допустим. Естественно, сейчас оно не попадает. Допустим, мы соединяем это и это. И ставим. Таким образом он поднимает, автоматически соединяет, и он остается в взаимодействии. Великолепно! Просто идеально, дорогие мои друзья. Физика в действии. Иногда сигилы бывают замысловаты, хотя вроде как и... Вот, мы открыли доступ в С-блок, блок С. Какие-то уже прям, смотрите, карты, кстати, огромнейшие, просто огромнейшие карты. И вот здесь вот какая-то даже фигня есть, которую можно активировать. И это загадка на загадке или что это, я не знаю. Просто честно, я не знаю, что это, ладно. Я уже веками подвергаюсь тяжелым испытаниям, пытаясь найти правильный ответ, и прихожу к выводу, что их попросту... нет. Что-то меня иногда уже заносит с текстами. Так, плей здесь и плей... Короче, здесь все загадки. Аллея нажимных пластин. Так. Если я уберу вот эту хрень, то что будет? Ничего хорошего не будет. И здесь как-то надо будет ее потом поднять, видимо. Вообще пока стоит. Я хитрее, чем ты думаешь. Смотри. Мы ставим вот эту штуку сюда. Вот эту штуку берем. Ага. Ждем, не знаю, там сколько-нибудь. Сейчас я попробую просто кое-что сделать. Смотрите. Он ее берет. Быстро проходим дальше. Ищем здесь чего-нибудь. Оба. Как бы мне рестарт. Блин. Эй. Капсула времени, кстати, да. И, кстати, я все, получается, собрал. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Шестая, да, шесть капсул пока собрали. Я лоханулся. Лоханулся. Сейчас мы это исправим. Ладно, я думаю, этого в принципе хватит.
встань на эту хрень, чтобы я мог забрать вот эту хрень. Встань! Дебил! Отлично. Блин, как-то это хреново работает. Как бы я понимаю, что надо сделать, с одной стороны. А, возможно, кстати, все намного проще, чем я думаю. Бамс, и он будет падать. Ну да, логично. Так, просто ждем. Просто ждем. Вот я понимаю, как активировать вот эту штуку. То есть, смотрите, то есть я ставлю вот так. На нее там ставлю еще одну. То есть, ну, грубо говоря, да, это понятно все. Мне нужно, чтобы она была отключи. Эй, Ватсон! Зажмите X для сброса. Ладно, с этой задачкой мы разберемся потом. Пока мне лень мозги включать, тем более это красная задачка. Красные задачки не обязательно на данный момент приоритетны, только желтые. Так, другая красная задачка. За железными занавесами. Всякими занавесами. Ага. Хрен там называется. Так, допустим. Допустим, друзья мои, допустим. Допустим, мы нажимаем сюда и сюда. И пробуем это соединить. А, ну так как нам не нужен сейчас вот этот проход, нам нужен вот этот проход. Мы соединяем вот этот с этим проходом. Этот проход мы открываем сюда, отпираем, вставляем. Но так как нам нужен тот проход, мы, короче, нифига не понимаем. И, в общем, нам нужно как-то открыть синюю хрень, которую непонятно как открыть, потому что синяя хрень — это хрень. У нас есть лишний кубик, который может это все открыть, отпереть и, в общем, да. Это уже начинает напрягать. Ладно, напрягать мой мозг, конечно же. Я не привык так много и часто думать. Мы спускаемся сюда. Естественно, нам как-то нужно отсюда выбраться. Естественно, непонятно, как нам нужно именно отсюда выбраться. Можем ставить вот сюда вот все, что только нужно. И попытаемся отсюда все это дело забрать. Нам, естественно, забрать отсюда нужно только вот эту хрень. Но как нам ее отсюда забрать, непонятненько. Ага. А что если мы можем перебро? В принципе, нам не нужен один из этих ящичков, и мы можем его как бы сюда поставить. Вместе с ним прыгнуть, точнее. Поэтому. Ну, если что, я перезапущу, поэтому я не парюсь особо. Сюда. Бамс. Сходим. Заменяем это на это. Ставим. Поднимаемся. Да ладно, серьезно. Остальные две вещи я, естественно, не могу. Ну да, слишком высоко все-таки. Так. Теперь. Что мне надо делать теперь? Так. Отлично. Сюда мы ставим кубик. Сюда мы ставим эту и эту. И вот так пересекаем. И великолепно!
задачка пройдена. Там у нас 14 красных сигилов. Я считаю, что это довольно неплохо. Идем к последнему красному сигилу на этой... По идее, последнему красному. Надеюсь, что там будет желтый. 4 камеры для полета. Камера номер 1, камера номер 2. И камера номер 3. Ага. Видите, тут что оказывается. Давайте бездумно пока не будем выкидывать разные вещи. Что-то меня отвизывает немножко. Ага. Ага, I like it. Ага, мне вот здесь вот есть одна штучка, которую бы я не прочь бы взять. Но для этого мне нужен вот этот маленький камешек, который я бы тоже не прочь взять. И я так думаю, что вот эта хрень его туда не перекинет. Так ведь? Ведь молодец, дезертирк, это просто, мать его, гений. Ага. Ну, тут либо камешек, либо... Либо нечто полезное. Нечто полезное, более полезное, чем не полезное. Предположу, что если включить вот это вместе вот с этим, то вместе они никак не соединятся. Даже если ее послать куда-нибудь вот туда. Как видите, ее тупо сталкивает. Это много сложнее, чем я думал. Так, ой. Жди. А, в принципе-то, чё я туплю-то? Смотрите. А, понятно, чё я туплю. Потому что мне как раз нужно поставить вот эту фигню. Вот. Вот сюда вот, но таким образом, чтобы она её не откинула, а выбросила. Но как она её выбросит, если она её откидывает? Обломись, ты не будешь этого делать. Ладно. Ну как же? Кстати, можно ли? Где там лазер? В смысле, не лазера. Являются ли они весом? Да, они являются весом, короче, смотрите, ребят. Офигенски, они являются весом, и это круто. Если могу положить, она вот, она будет летать. И жалить, как пчела. А, твою мать. Твою же ж мать. Просто так лохануться. Я, короче, сильно, ребят, лоханулся, поэтому, извините, я перезапущу. Надо было сейчас на кубик поставить эту фигню. И тогда все полетело бы туда, куда надо. Но так как я поставил неправильно, и поставил в итоге кубик таким образом. Так. Ты сюда, ты сюда. Ты деактивировать, ты взять, ты сюда поставить аккуратно, ты сюда обойти аккуратно, поставить аккуратно, отлично. А ты забрать, бамс поставить, убрать лестницу туда, где-то здесь была, вот она вот тут, отлично. Теперь я могу просто спокойнейшим, по идее, образом отключить вот эту хрень и забрать сигил. Отлично, все. Красненькая там не нужна. Красненькая — это было отвлечение внимания. Хотя, может, и нужна. Может, как-то можно их действительно пересечь, но я не думаю.
Мои успехи все лучше и лучше, я решил, что это всего за минуту. Но к чему это все везет? Я работаю, отдыхаю, работаю, но с какой целью? Мы рождаемся, умираем и снова живем. Это вечный цикл, должно быть, если снова всего... есть основа всего сущего. Жизнь просто повторяющаяся попытка. Вечный цикл — это всего лишь очередной синоним тюрьмы, но ты должен понять цикл того, как сможешь его разорвать, поскольку можно убежать, но все еще оставаться в плену или разорвать цикл, сломав себя. Такова была судьба призрака, что обитает в этом мире. Окей. И у нас осталась, по идее, последняя загадочка. Не считая той, что находится вот, кстати, вот тут в центре и непонятно. Звезда! Я нашел звезду, я нашел звезду. Ладно, извините. Я снова я и два наших детектива. Деактиватора. Начинаем. Я, конечно же, понял, вот только мне времени элементарно не хватит. А там, кстати, нету больше такой хрени, да? Ну да. Кажется, мне пришла в голову маленькая идея, как это действительно можно пройти. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Давай, пробегай. Включай. Ну, молодец. И сигил. Вот такая вот легкотня. Ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня. О, чуть не помер. Чей выбежать успел. Легко и просто решилась эта загадка. Но не очень легко и просто решается вот это на данный момент, потому что я не знаю как, где, чё, куда, и возможно как-то это с подъемами связано. С этими вот. Вот отсюда, скорее всего, также приподнимается как-то, и она связывается. Но, видите, я не могу отсюда увидеть. К сожалению, вот как я не пытаюсь. Ой. Я почему-то... подлагивает, кстати, чуть-чуть, самую-самую малость подлагивает, именно когда я пытаюсь.
хорош. Ну, оно навряд ли пересечется, как бы. У нас слишком, видите, далеко. Поэтому эти загадки я буду решать после. Ну, звезд со звездочками, как я уже сказал. А у меня осталась там одна нерешенная загадка. Я пока, честно, не знаю, какой решить. Возможно, решу впоследствии. Кстати, мне тут опять пришел глаз. Доступ к каналу связи, его подключение установлено. Внимание, администратор, подключение к сети снова установлено. Хотите вновь подключиться к предыдущей сессии? Да, конечно. Получение событий. Так, получение, ты вернулся. Да, что-то хотел сказать. Да, эти терминалы разговаривают с тобой. Да, но откуда мне знать, что я могу тебе доверять? Не помню, не имеет значения. Я пытался выяснить, как функционирует это место. Иногда кажется, что у всего есть цель, а иногда нет. Я думаю, что мы должны быть подключены к какой-то машине. Я думаю, происходит что-то еще. Что тебе помогает продолжать? Изрекает утверждение «опасное предприятие». А как еще можно объяснить все это? Я не верю в демонов и злых волшебников. Я думаю, что это какое-то наказание. Я думаю, что что-то пошло совершенно не так. Я ни во что больше не верю. Я думаю, что нас к чему-то готовят. Видимо, что-то пошло не так, либо нас к чему-то готовят. Ладно. Я полагаю, что это много объясняет. Послушай, есть кое-что еще. Возможно, это может нам помочь. До того, как тебя найти, я задавал себе вопрос, сколько еще таких как людей, как мы с тобой, оказались в этой западне. Все, что здесь происходит, неправильно, я знаю. Мы должны это остановить. Я думаю, что знаю, как это сделать. Я копался в некоторых документах, и я постоянно находил ссылки на этот пароль. Думаю, это главный ключ, который отключает это место, но я не знаю, как им пользоваться. Что это? Не стоит копать слишком глубоко, я тоже не имею понятия. Поклянись, что никуда не пойдешь без меня, и я тебе скажу. М-лап, точнее, ла процесс бат вошел в сеанс. Подожди, что это? Ты это делаешь с моим терминалом? Я не думаю, что это хорошая идея. Сеанс закончен. Завершение сеанса технической поддержки. Он отвалился. Окей, к нам кто-то подсоединился. Ладно, увидимся в шестом мире.